Всем привет! Картошка сорта Ажур. Земля что-то типа чернозема, глинозема, хрен знает, что за земля. Ой, картошка, значит, Ажур посажена где-то числа 10-го, может быть, вот где-то в этом районе апреля. То есть 20 дней плюс май, 50 дней. И сейчас 28 июня, еще 28 дней, ну, где-то в районе 80 дней, она уже у нас растет. Вот сейчас один кустик на пробу хочу выкопать. Посмотрим, что получится. Такая вот земля. Семечко, как и предполагалось, уже все развалилось. Ну и вот, 4 картошки пока. Ну, судя по виду, ей еще расти. Но что-то мало. Всего 3 картофанчика маленьких.